Всем привет! Сегодня у нас обзорчик занимательной игры «Спасти пингвина». Написано по-русски на коробке, конечно, с ошибками, но прочитать можно. Ваш и ваш ребенок, чтобы играть в веселые игры. «Спасти пингвина», «Действуй». И с обратной стороны у нас, как это все выглядит, комплектация и как играть в эту игру. Так, в комплекте данной игры имеется у нас два молоточка, ножки, рулетка и сам пингвин там он имеется. Сейчас мы его достанем. Стол и льдинки. При помощи данной рулетки вы выбираете, какого цвета льдинки вам выбивать. Или выбираете, если попадет на это поле, произвольно, какой цвет льдинок выбивать. Теперь у нас это идет стол и идут льдинки. Мы произвольно делаем из этих льдинок льдину. Вылаживаем стол из этих льдиночек, чтобы получилась одна льдина. Так, одна льдинка у нас осталась запасная. И теперь мы к столу прикрепляем ножки. Ну, все. Так, готов у нас такой стол. Игровой льдина. Сюда мы ставим, допустим, пингвина. Разыгрываем, кто какой цвет выбивает. Допустим, голубой или синий. Это будет у меня эта рука выбивать. А эта рука будет выбивать белые льдинки. Также можно разыграть ход на этой вертушке, кто первый начинает. И выбиваем это, значит, синее. Так, это у нас выбивает белое. Это синее. Это белое. Синее. Свалился пингвин раньше времени. Поставлю его на место. Вбиваю эту синюю, и все рушится. То есть на ком упадет та льдинка, где стоял пингвин, тот и проиграл. Ну, вдвоем это, конечно, намного интересней. Нужно вбивать крайние, чтобы это не падало. Игра очень интересная, не только для детей, но и для взрослых. Очень многие мамы и папы играют со своими детьми, и это очень интересная игра. Потом заново, естественно, переворачиваем стол, собираем льдинки и начинаем игру заново. Кому понравилось данное видео, ставьте лайки. Если интересно, заходите на мой канал, смотрите другие видео. Не забываем подписываться на канал. Большое спасибо за внимание. До свидания.